То, что сделал, то сделал. В конце концов, это мое личное дело. Да. Да, я вот. Ну вот да, теперь я так разговариваю. Да. Ну вот. Ну, мне так хорошо. Да. Да. Тебе хорошо вот так, а мне вот. Так, Песик. Слушай, перестань. Передай. Слушай, а. Вот между прочим, ты первая всем будешь. Конечно, конечно. Во всем всегда виноват я. Да, да, да. Да. Давай еще маму сюда себе. Да. Кого я? Кого? Слушай, перестань нести глупости. Слушай, это смешно. Ей-богу, это смешно. Да. О. Куда я уеду? Когда? Когда нет. Ага. Вот значит. Нет, у меня нет желания разговаривать. Нет желания разговаривать на эту тему. Хорошо, понимаю, да. Да
Да я... А, ну нет, если тебе подруги напрягли, да ради бога. Да ради бога, нет. Да, да, мне было очень хорошо. Да, замечательно. Да. Ну, это все? А, ну давай еще припомни мне покупку квартиры, да. Да, иди. А. Ой. Почему я должен делать только то, что ты хочешь? Что с вами? Не беспокойтесь. Я только хотел достать. Ой. Да что там у вас? Не волнуйтесь. Это мой Дадо, совсем не больно. Кто там у вас? Это Дадо. Он хочет, чтобы я его выпустил. В смысле, животное? Ну, как вам сказать? Да не морочьте людям голову, какое-то может быть животное. Я знаю, Дадо – это ископаемая птица. Они все вымерли. Это из «Алисы в стране чудес». Нет, это не тот. Вернее, не та птица. И даже вовсе не птица. Я поняла. Это кто-то по имени Дадо. Вы так называли свою собачку, а почему она в чемодане? Как ты могла такое подумать? Я не держу собак в чемодане. Ну так же могут звать собаку. Да ерунда. Хомяка или енота? Енота? Скорее змею какую-нибудь из цирка. Питона. Чемодан-то не маленький. Послушайте, да нет у меня там никакого питона. Крокодил карликовый? Живой? Так у вас что-то живое в чемодане? А вы не боитесь, что оно задохнется? Любое другое животное там задохнулось бы. Вы так думаете? А давайте посмотрим. Скорее открывайте чемодан, оно же умрет. Мама, дядя злой? Вы всегда так с животными обращаетесь? Скорее открывайте чемодан. Открывайте. Ну, хорошо. Привет. Я Додо. Я не хочу сидеть в чемодане. У меня тоже есть свой Дадо. А вы работаете в кукольном театре? Я была в нем с мамой. Только там были другие куклы. Такая большая. И вместе с вещами в обычном чемодане. У вас что, нет специального места для реквизита? Я правда работаю в театре. И ездим мы обычно всей труппой и с реквизитом. Но на этот раз все по-другому. Я еду не на гастроль. А зачем вам тогда кукла? Когда-то давно в поезде Москва-Горький я познакомился со своей будущей женой Машей. С тех пор каждый год день нашего знакомства мы встречали в поезде. А в прошлом году сын купил нам билеты именно на этот поезд. Хотел сделать подарок. Это была наша последняя поездка. Весной Маша умерла от рака. Ей нравилась моя профессия. Она любила кукол. Говорила, что я приношу людям радость. Да то... Ее любимую куклу. Она сама ее так назвала. Может быть, поэтому я решил не нарушать традицию и поехать в этот день вдвоем с Дадо. Это место для нее. Извините, если мы доставили вам неудобства какие-то.